Я предупреждал, что они не остановятся на Майдане, они пойдут дальше. И они пошли дальше. За эти полтора года произошла война. За эти полтора года Украина потеряла Крым и Донбасс. И тысячи жизней людей разрушили страну, втянули в конфликт весь мир. Европу, Россию, Соединенные Штаты Америки. Конечно, трагедия украинского государства. То, что произошло, это очень плохо. И нужно сегодня искать пути, как выходить из этой ситуации. Вернуть Крым в Украину. Как выходить из этой ситуации? Вот вы послушайте меня. Как выходить из этой ситуации? То, что произошло, уже это произошло. Значит, Крым есть часть России. Есть сегодня уже как факт, который случился. Но сегодня идет война. Сегодня говорить о Крыме, что мы вернем Крым, как? Войной? Еще война нужна? Это кошмар, который мог только присниться во сне. Но на самом деле мы видим все наяву. Война идет, гибнут люди. Страдают люди, страна расколота.